Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это у нас роллы запеченные, мои просто любимые. Уже 10 дней у меня не было роллов, я увидела в комментариях, что одна девочка написала: «Айка, где же роллы? Ты же обещала сериал, который будет выходить в неделю один раз». Я, конечно же, очень обрадовалась этому комментарию и решила себя порадовать. Вот такие вот две палочки, две пары палочек мне положили. Это что-то с чем-то. Принесли мне его максимально быстро здесь. Сколько штук? Короче, едим. Обожаю этот сет. Именно у этой доставки. Нереально вкусно просто. Здесь у меня персиковый. Сегодня я встала рано, в 6. И знаете, что я делала? Я сначала хотела начать бегать, ну типа спорт и все такое, чтобы не тратить время на спортзал. Я подумала, что я буду бегать сама по утрам. Сегодня был первый день. Я как встала, приняла душ. То есть я пошла побегала и приняла душ. Так как я живу на высоком этаже, я решила, что я буду спускаться по лестнице и подниматься тоже. Моя бабушка, ей 80 лет, и она постоянно просит меня, ей даже 86, она просит меня, чтобы я брала ее с собой, когда куда-то я иду, чтобы она спустилась по лестнице и поднялась. Я так раскинула мозгами, человеку 86 лет. Она заботится о том, чтобы ее суставы были в порядке. Какая-то, чтобы физическая нагрузка была. А я совсем молодая и вообще не задумываюсь о таких вещах. Вообще, даже когда я худела без спорта. Никогда в жизни я спортом не занималась. Теперь, с сегодняшнего дня, я решила начать новую жизнь, так скажем. И начать заниматься спортом. Когда как раз-таки доставщик мне принес роллы, я спустилась по лестнице вниз сама. То есть не на лифте. Спускаться, конечно, легко, подниматься сложнее. Я не хочу похудеть, это я делаю не для этого. Просто я хочу, чтобы у меня ноги были в мышцах, не знаю, такое, знаете, более спортивное тело. Лучше всего, конечно, пойти в спортзал, чтобы у меня был нормальный тренер, чтобы он мне показывал, какие упражнения делать, как делать. Но, к сожалению, у меня по времени не очень получается. Я думаю, что пока что буду заниматься сама, а к лету, где-то в мае, можно будет пойти. Вкусняши, ребята, очень вкусно. Особенно вот эти вот с креветками. Заказываю уже, наверное, раз 30-й, и до сих пор не знаю, как они называются. Просто мой любимый сет. Вот. Пати даже одно время ходила в спортзал. Она говорит, она как-то себя даже лучше чувствовала после этих физических нагрузок. Тем более мы так много едим. Как-то нужно сжигать эти калории. В общем, я взялась за себя. Еще, кстати, перед тем, как снимать эти роллы, мы согласовали с Фати, потому что каждый раз, знаете, как происходит. Я снимаю роллы, Фати снимает роллы, потом она выкладывает, я выкладываю, мы видим, что в один и тот же день, оказывается, мы кушали роллы. Все пишут в комментариях, что
А что же вместе-то не сняли? А мы думаем, действительно, что же вместе-то не сняли? Поэтому мы уже договорились с ней, что каждый раз согласую, будем снимать роллы. Просто вкусняша. Самые мои любимые — это вот эти вот. И вот эти вот с креветочкой. Креветочка здесь вообще космос. Я встала такая утром, вышла на балкон, смотрю, на улице такой туман, ребят, как будто, знаете, в фильмах бывает страшно. Я сразу такая вспомнила фильм Silent Hill, если кто-то смотрел, обязательно пишите в комментариях. Можно сказать, это мой любимый фильм. Я уже боюсь говорить, я как-то один раз, я хотела сейчас сказать, что это фильм моего детства. В общем, я в одном из видео сказала, что Марьяна Ро — это блогер моего детства. Так все написали, она же младше тебя и так далее. Так, ребят, вы не знаете, Марьяна снимает с самого раннего детства. Ну как раннего детства, я считаю, что она очень рано начала снимать видео. И вот тогда я ее смотрела. Но сейчас уже, конечно, не смотрю. Но все же для меня детство, не знаю, 12 лет, 13, я не могу... Я почему-то всегда говорю детство. Не знаю почему. Понимаю, что это не совсем правильно, но... Не знаю, привыкла как-то так говорить. Вот интересный вопрос. Что тебе сегодня снилось? Я не знаю, вы экстрасенсы или нет. Вот вы экстрасенсы. Мне сегодня приснился опять какой-то страшный сон. И я, ребят, даже не знаю, что с этим делать. Может, мне нужно к психологу. Вот я не знаю, с чем связаны сны. Вот почему снится какая-то ерунда. Сегодня тоже видела какой-то страшный сон. Как я иду по лесу. Причем такому, знаете, темному лесу, и типа не могу найти никак выход, и за мной кто-то типа гонится, какое-то животное непонятное. Тут животное типа меня поймало, догнало. Я просыпаюсь, и вот просыпаюсь, знаете, вся потная, наверное, от страха. Я вам говорила, да, я раньше болела лунатизмом. И вообще сон — это для меня всегда какой-то стресс. Не знаю почему. Я всегда ложусь спать и боюсь, что опять что-то такое приснится мне. Вечно снится что-то непонятное, что-то страшное. Вот. Что невозможно понять, вот к чему это. Чьи-то сны можно как-то связать с его днем, правильно, а у меня нет. У меня какие-то странные сны, который невозможно никаким образом объяснить. И, если честно, это меня очень иногда пугает. Мне кажется, это как-то связано с психологическими какими-то отклонениями. И, может быть, уже надо идти к психологу. Как-то разбирать эту тему. А еще я не могу спать, если кроме меня в помещении кто-то находится. Например, спать с мамой или... с братом в одной комнате. Мы, наверное, где-то с 10 лет с братом спим в разных комнатах. Я как-то не знаю, может, я привыкла к этому или не знаю, с чем это связано. В общем, я не могу с кем-то в комнате спать. Вот буквально на днях должна приехать моя тетя со своей внучкой. И может быть так будет, что ее внучка будет спать со мной. Я сразу думаю, как я буду спать. Мне тяжело. Роллы просто обалденные. Ребята, я все это съем и даже не наемся. Вот. Буду сидеть и опять снимать для вас новое видео.
про панкейки. С мамой сняли панкейки. Такие классные получились вообще. Улет. Я больше люблю ананасовый сок. Мама купила персиковый. Персиковый там называется, персиковый. Как поддерживаешь свою фигуру, если столько ешь? Вот. Я как раз таки начала поддерживать свою фигуру тем, что я решила заниматься спортом. Не знаю, смогу ли я каждый день вставать в 6. Но когда я рано встаю, я очень много успеваю. Получается, до того, как пойти на работу, я могу искупаться, привести себя в порядок, пойти побегать, спокойно посидеть, например, мукбанг снять, а потом идти на работу. То есть это очень хорошее рациональное распределение своего времени. Я даже в последнее время купила очень красивый чехол для своего ноутбука. Я беру свой ноутбук на работу. И там монтирую свои видео на своем обеденном перерыве. Нам дается час на обеденный перерыв. Я за полчаса успеваю все поесть. Я могу спокойно сесть и смонтировать видео. Хоть и не полностью. Пусть даже 30% своего видео. Это экономия времени. Честно, до меня никогда не доходили люди, которые просто сидят и играют, например, в Sims. Я раньше играла, в детстве играла, но когда взрослый человек сидит, Minecraft играет, или в какие-то другие стрелялки, я не хочу никого обидеть, это чисто мое мнение, мне просто это неинтересно. Я считаю, что свою жизнь, свое время нужно распределять по-другому. Максимально стараться успеть. Вкуснотища. Как легко я начала держать палочки, ребята. Оказывается, это вообще так просто. Прогресс. Раньше для меня это было очень трудно. Я, короче, их даже не рассоединяла. Вот так вот куша. Как относишься к однополым бракам? Среди моих знакомых людей нетрадиционной ориентации, среди моих знакомых нету. Но есть гомофобы. По-моему, это так-то называется. Я не поддерживаю ни тех, ни других. Но я считаю, что есть такие люди. Даже моя бабушка говорит, что в их время, лет 50 назад, тоже были такие мужчины. Женщин, правда, она не слышала, а вот мужчины такие были. То есть это врожденное, на мой взгляд. Нужно уметь принять таких людей, относиться к ним так же, как и ко всем. Вот, но я не поддерживаю один момент, когда, например, в общественном транспорте или где-то на глазах у детей подрастающего поколения люди показывают свои чувства. Я считаю, что это не должно быть нормой, это должно быть исключением. Есть такие люди, замечательно, хорошо к ним относимся. Но мне не нравится пропаганда, когда бывает пропаганда именно гомосексуализма. Короче, вы меня поняли. То есть самое главное, чтобы дети, которые росли, они как бы не видели это и не думали, что это норма. Но
Ну, такое есть, но я не понимаю людей, которые очень агрессивно настроены к таким людям. Я считаю, что нельзя делить людей по их половому признаку, по национальной принадлежности, по вере. Прежде всего нужно смотреть как на человека, человека как на единую личность. Я всегда вот говорю вам, что среди всех наций есть плохие, и нельзя вот так вот в общем кого-то ненавидеть. Расскажи историю с братом. Я даже не знаю, что именно я вам рассказывала, а что нет. У меня брат всегда был, знаете, таким хулиганом в школе. И всегда творил какие-то такие вещи, что все оставались просто в шоке. Когда он был маленький, он решил прикольнуться над своей подругой. То есть я не помню, сколько ему лет было, лет 10, наверное. И, в общем, с ними вместе гуляла одна девочка, ее звали Жанна. Она была маленькая такая. Она такая пацанка была. А мой брат решил пошутить. Взял и налил уксус в ее обувь, представляете? Уксус! До этого надо додуматься вообще. И бедная эта девочка ходила с этой обуви. Она причем не заметила, что у нее ноги пекутся. Правда, никаких серьезных последствий от этого не было. Вот. Потом она уже заметила, что что-то как-то жарковато в обуви. Решила снять обувь и смотрит, что обувь чем-то воняет, непонятно. Вот. Потом пришла ее мама к нам разбираться. И у меня мама была просто в шоке от того, что как ты мог такое сделать? Мы делали максимально тупые вообще действия. Сока уже не осталось, имбирь тоже. Последний ролл и последний вопрос. Ты только себе делаешь ногти или кому-то еще? Когда я только научилась, я делала и другим тоже, когда училась в университете. Я делала очень дешево. Ну, не прям супер, но как-то любительски, можно так сказать. Вот, а сейчас нет, у меня просто нету на это времени. И даже некоторые пишут, зачем Патя ходит в салон, если ты умеешь делать ногти. У меня просто нету на это времени. Мне даже нет времени делать маме ногти. Раньше я Пате делала. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!